Центр олимпийской подготовки. Тюмень дзюдо. Победам тюменских дзюдоистов, которые стабильно растут, мы уже привыкли. А теперь усилиями последователей восточного единоборства будут расти еще и деревья. Международная федерация дзюдо в 2019 году запустила флешмоб. Призвала поклонников гибкого пути со всего мира не построить дом, не вырастить сына, а хотя бы посадить одно дерево. По подсчетам Международной федерации дзюдо занимаются дзюдоистов в мире 40 миллионов человек. Если каждый из них посадит по одному деревцу, то легкие планеты сразу, так сказать, получат новый импульс, и мы будем дышать более свежим воздухом. 28 октября отмечается Международный день дзюдо. До конца месяца тянуть не стали. В наших краях есть вариант под занавес октября уже топтать сугробы. Посадили саженцы на бульваре Хабибулы Якина. Я думаю, что мы возьмем шефство над этими деревцами, потому что не секрет, что не все высаживаемые деревца приживаются. Мы бы хотели, чтобы они все начали расти, и потом через несколько лет здесь вырос бы прекрасный сквер из хороших наших нами посаженных деревьев. Подрастающему поколению вдвойне приятно, что вместе с ним выполнять треть важнейших задач жизни каждого мужчины отправились признанные мастера. Получилось общение с кумирами в неформальной обстановке. Акция «Посади дерево» у нас проходит в Тюмени для того, чтобы привлечь детей к работе. Очень много занимаются детей дзюдо, поэтому если каждый посадит дерево, как бы, то в принципе мы озеленим такие участки, где вот еще не посажены деревья. Надо себе воспитывать доброту, как мне кажется. И воздух очищаем, деревья когда садим. Всего юные дзюдоисты и их наставники в этот день сделали бульвар Хабибулы Якина зеленее ровно на 40 деревьев. Центр олимпийской подготовки. Тюмень дзюдо.